погода позволяет, я принес вот сейчас воды, чтобы у нас вода своя была. Потому что дальше обещает, погода будет хуже. Ну, что значит хуже? Замерзнет колонка. Вот. И что, закрываем. Это газета у нас, она дело идет. Вот. А сверху придавливаю. А тут мне нравится вот так сделать. Сковородкой закрыть, чтобы не было, ручкой не задевать. Ну и все, считай. Да. Я у тебя сейчас возьму и про тебя кое-что расспрошу. Вот сегодня у нас 19 февраля 2021 года, пятница. Так, тут, гляжу, двери открываются и милиция. Откуда она взялась, полиция? А вы же не сначала начали-то. А? Вы же не сначала начали-то. Ну давай сначала, откуда, как? Ну, вы же позвонили сперва. Ну, мне вчера кто-то позвонил с угрозами, чтобы там сотрудник КГБ, и там погибли там тысячи людей вроде бы из-за меня, и мы до вас заберемся, мы уже рядом, тут другое. Ну, я своим сказал, мне сказали, сообщите в полицию. Я вижу, что голос человека был такой поставленный, начальнический, и чувствую, что не пьяный. Ну, и она записала, вчера звонил, не мог дозвониться, а утром сегодня позвонил, и сразу у меня взяли. И вот все, дальше я позвонил, сказал, а ты как тут был, где собаки были, все во дворе? Ну, я пошел Верного прогуливать и смотрю, два полицейских уже по ограде шли сюда, в этом направлении. Угу. Вот я и зашел, вам сказал, что там полицейские. Я собираюсь, думаю, на улицу выйти-то, а не сюда. Ну, они сюда зашли. То есть, как-то так получилось. Но они перелезли по ходу дела, потому что палка-то была брошена. Они, видимо, перелезли, открыли и зашли. Палка была там, да? Ну, конечно, закрыто же было. Кто ее открывал-то? Вот они, они поступили очень мудро. Больше я ничего не знаю. Ну, я им сказал, говорю, я с органами-то известный. Меня после техникума направили работать в органы МВД. Семья пролетарская. Проверяли, видимо, долго. В Плишкино, в Киркутской области, строго режимный лагерь. И оттуда меня в армию призвали. Ну и вот они пришли сюда, зашли. Я думаю, как их тут задержать-то, чтобы там разуваться неудобно. А они прямо стали здесь, два молодых человека. Это вы, это Лапкин-то что-то такое? Я говорю, да. Ну я сразу пошел и взял паспорт. И они считают, я тогда паспорт, они не просили паспорт. Я открыл, и он с него стал списывать. Я говорю, это вас спросят, видели, не видели. Ну и как было? Он... Я говорю, сначала он хотел, чтобы я пошел в машину. Я говорю, а зачем? Не в машину, а в органы. Давайте, собирайтесь, мы вас отвезем. Я говорю, а зачем? В органах мне там делать нечего. Ну, вот вы звонили. Звонил, поэтому я дам показания здесь. Он тогда достал из своей там пакет такой и начал записывать. Я тут принес бумагу. Он говорит, не надо, у нас бланк. На бланке надо. Я ничего не писал, он написал. Ну, я что говорил, то и записал. А он писал как-то два. Видимо, первое, как мое обращение в письменном виде. А второе, расписаться, их результат какой был тут. Ну, и так, понятно пишет. Я сразу в решительное стекло принес, все просчитал. И расписаться там четыре подписи, по две на каждой бумаге. Он маленько не записывает. Я говорю, нет, это запишите, это очень важно. Это не сосед пьяный грозится. Это политическая статья. Она прямо политическая, потому что я действительно с органами КГБ связан, с полицией, связан с милицией, раз в них работал. Я обращался, я говорю, в полицию уже не один раз было. И в дороге ездили, с милицией тогда было. И ни разу против нас беззакония не было. Всегда, везде с нами обращались. Ну, закон, ну, было так, там деньги нужно было дать, там вроде не в том месте поворот сделали. Там. Мы обходились этим. Но чтобы вот так наседать, отнять, этого не было. Один было, дорога задержал было, а видно, что обкуренный такой милиционер. Ну и откуда у вас документы на аппарат снимаем? Сначала не снимайте. Вы не имеете права мне говорить, не снимайте. Это моя наша машина. А у вас документ есть на этот аппарат? Да кто же с собой берет, снимает где? На каждую. Почему не спрашиваете на папиросы документ? Ну и я говорю, к начальнику надо. Через дорогу пришли. А я тому начальнику взял документы, показал. Мы едем по стране, за рубежом. Передаем книги где-то. Он взглянул на меня, но милиционер сказал, отпусти. То есть он понял, что
За нами следят, я говорю, из-за границы, отсюда какая поездка идет. А нас задержали, обыск, на каком основании, не знаем. Да отпусти их сейчас же. И тот милиционер, значит, то капитан или кто попятился, а тот, видимо, рангом выше был. Да я просто попутно сказать. Но этим я все говорю, они все записали. Ничего не расспрашивать, я сам говорил. Все встречали, когда нет. Я же говорил, сегодня вы звонили мне 3-4 раза, Лапкин Игнатий Тихонович. Дальше не говорите. Нужно сказать из полиции, я же сказал. Сразу говорить, я отвечать не могу. Заблокировано. Ну, он внимания, видимо, не обратил. Поэтому они сделали так. Если угрожали, а может, в самом деле убили, тут никого нет уже. И поступили они тоже профессионально. Ну, все записали. Я визитку давал им, они не взяли. И я вот здесь расписался, и все отдал. Ну и увезли. Я думаю, это документ, ну, необычный, не пьяный сосед дебоширил. А мне сказали, вчера я когда сказал своим друзьям в России, они говорят, так обратитесь в полицию. Они говорят, найдут где. Тем более по стационару звонил, и кто тут оттуда звонил. Они говорят, найдут его быстро. Ну я так, может быть, еще кому-то звонки были. Почему они так отреагировали, прям только я позвонил в полицию, проходит час какой-то, да не больше, нисколько не больше. И они уже стоят здесь, молодые люди. Ну, но они на двух машинах были. А? На двух машинах были. На двух машинах? Да. Всегда... Одна, когда они поняли, что ничего нету, вторая уехала сразу. Это серьезное дело. Они отнеслись, как тем более у меня как раз работа идет по этому. Только что из ФСБ Москвы поступил ответ там по одному делу. Вчера только от президентской, как называют там, приемной поступил ответ. У нас важное дело, государственное дело. И знать почти никто не знает. Мы знаем там 5 человек, допустим, где-то. Не говорить до времени, не нужно это. И вдруг как-то и эти органы... И все это, ну, начинаешь в голове крутить. Так я их не связываю, но по неволе ни раньше, ни позже. И главное, если кто-то из КГБ, я подумал так, и, может быть, из КГБ звонили, и сказать, давайте его обвинять в этом. Я так подумал. Увидим, какое их отношение. То у меня хорошие отношения были с ними, хотя они меня садили. Я сидел. Это ведомство суровое. В 80-м, 86-м году я был арестован. И обид никаких нету. Тем более вел у меня, который арестовывал и возвращал меня, Никулин Юрий Михайлович. Вот. И я его называл, ну, не прозвище, а так, это настоящий интеллигент такое. Не оскорбительно, он настоящий интеллигент. Сколько он знает, мы разговаривали, книги он у меня приобретал. Из тюрьмы меня домой привозил. Маме вашей дал обещание, и поэтому я вот вас привез домой. Видимо, все это как-то, но это уже отошедшее время. Я так подумал, что, может быть, они меня проверяют на это, какая моя реакция будет. А я не отвечал, говорю, ни слова, они мой голос не слышали. А что они должны меня как-то проверять? Потому что запрос сделает московская ФСБ, то есть общероссийская. А это региональная, они должны отвечать. И отвечать сознанием дела. Если они так сделали, просчитали, то все идет. Скажут, давайте такую угрозу. А он, может быть, обратиться в полицию. И все так и пошло. Я так думаю. Я же не знаю. Но они должны какое-то испытание здесь сделать. Тем более, а вы какие испытания будете? В первую очередь, письменном виде, заверенное там где-то в нотариальной конторе, чтобы дали документ, что если я возвращаюсь из-за этой границы и не возвращаюсь, тело мое вернули домой, живого или мертвого. Тем более, подписывают, за меня никто не отвечает. То есть дело очень серьезное. Настолько серьезное, что в таком масштабе, вот с такой подготовкой, думаю, никогда не было у них. Поэтому это не просто такое шаблонное. И они, видишь, поступают ответы из президентской, там, просим походатайствовать патриарха Кирилла, и, ну, и все прочее. И все сегодня вот так быстро, обычно там бывает и не так быстро, а тут слишком быстро. И они уже все засчитывают, и сидит он, и вот так вот, нажал где-то, и мой утренний разговор, он у них здесь зазвучал, который я говорил. То есть записали они, им и додали, видимо, перекачали на плен, на кто у них этот, мобильник какой-то висит такой, ну, профессиональный. Да. Я стою рядом с ним, и вдруг слышу мой голос, и там кто-то говорит, спрашивает, утренний разговор по 02 был который-то. Ну, поблагодарил Бога, им пожелал добра.
сказал, берегите себя, у вас работа нужная и опасная. Это мы такие, а другие это бывает вызовут, а сами могут стрелять в них. И вот уехали, я их отсюда наружным наблюдением маленько снял. Ну, как они были, заходят в машину, поехали. Вот и все. Молимся об этом. И это я считаю, если это все правильно, это ответ на молитву, чтобы начало как-то проясняться. Без этих органов, ну, нам никуда. И то, что делаем, они проверяют друг на друга пали. Так такая паля хорошая. Ой. Вот. Ну, если только вплотную уже подойдет, то тогда я все передаю. Я уже все заготавливаю себе с собой брать. Можно, не можно, не знаю. Написал около 20 разных предметов. Там деньги, паспорт, ну и все остальное. Свидетельство о реабилитации. Там что нужно. Библию, конечно, договаривались взять с собой. Симфонии. Ну, много такое еще. Ну и по одежке. Как Господь усмотрит. Не знаю. Богу слава. Я доволен, что так получилось. Ну и все тут. Вот они у меня голуби сидят. Ну, видишь какие. Гули, гули, гули. Вот они сидят здесь. А вот теперь там бегаю. Вот сейчас я включу здесь. Видно будет, сейчас метнулся. Ага, ведро. Я мог бы вынести. Я не успел. Вон, видишь, где побежал? Вот он где. Это... Так, а ты у меня поэтому-то топчешься. Уходи. Вот он идет. Сейчас я увижу, где он промелькнет. Так. Вот они. Вот он побежал. А там машина какая-то идет. Все. И я видел, как они вот так. Машина пошла. Машина такая. Ну, обыкновенная, как Волга раньше была. Я не знаю марки, которые. Ну, еще. Все, да? Все? Да. Да.